17 марта, Стародубск, село, магазин «Бриз». Помогите, пожалуйста, найти очевидцев ДТП. Получается, ехала Toyota Vitz, госномер N765MH, 65-й регион. Ехала с Долинска, поворачивать стала на магазине «Бризе», и машина, по-моему, «Калдина», зеленого цвета, но это неточная информация, влетела в меня, шла на обгон на большой скорости, при том, при всем, что здесь везде знаки 40, населенный пункт. Обгон запрещен. Влетела мне в машину и скрылся с места ДТП. Прошу помочь, кто в этот момент проезжал и видел это примерно где-то в районе 2 часов дня.